LVP – это первый полностью децентрализованный сетовой протокол потоковой передачи видео в реальном времени. Он был запущен в 2017 году. Платформа нацелена на то, чтобы стать реальной альтернативой централизованным решениям для бродкастинга на основе блокчейна для всех новых и существующих вещательных компаний, быстрый и экономически эффективный. О курсе и статистике этой криптовалюты вы сможете узнать в бирже Gate.io. Вы сами знаете то, что криптовалюты очень сильно волатильны, поэтому будьте аккуратны и следите за котировками на бирже. Как указано в официальном white paper LVP, индустрия потокового видео и вещания в реальном времени растет быстрыми темпами, и компания собирается оседлать эту волну, добавив децентрализацию. LVP стремится упростить процесс вещания, позволив авторам контента размещать свои работы на платформе, тогда как вопросы переформатирования и распространения контента среди пользователей и стримингов LVP берет на себя. Данный протокол с открытым исходным кодом, что означает, что разработчики могут свободно участвовать и в разработке базового кода на GitHub. За платформой LVP стоит юридическое лицо LVP Inc. LVP Inc. была основана Дугом Питканистом и Эриком Тангом. LVP – это уникальный проект, потому что он нацелен на революцию в индустрии бродкастинга, используя возможности технологии блокчейн. Платформа с открытым исходным кодом позволяет пользователям и разработчикам свободно участвовать в ее управлении и улучшении. Растущие возможности цифровых камер для производства высококачественного видеоконтента стимулируют развитие индустрии бродкастинга, и LVP стремится еще больше ускорить этот процесс, позволяя пользователям зарабатывать с помощью децентрализованных вычислительных мощностей и криптоэкономических стимулов для бутстрапинга и участия. А где можно купить этот коин? Я лично пользуюсь Gate.io. Есть несколько причин, почему выбирать эту биржу. Во-первых, интерфейс проекта очень понятен. Во-вторых, большой выбор торговых пар, адекватная торговая комиссия, наличие мобильного приложения и есть куча преимуществ. А также еще один плюс. Переходя по ссылке в описании, вы получите 20% скидку на торг комиссии. Биржа очень крутая, так что работать с ним определенно стоит. Какие его достоинства? Биржа входит в топ-7 самых лучших бирж в криптомире и имеет положительную бэкграунд. Чтобы начать торговлю, надо пройти легкую регистрацию, а именно заполнить стандартную форму и подтвердить почту. Обязательно запишите данные, чтобы не забыть. Чтобы начать торговать, надо пополнить баланс через криптокошельки или карты. После переходим в классическую торговлю и покупаем монеты, которые хотим и которую мы изучили. На всякий случай подтвердите личность, так как это упростит работу с биржей, но KYC не обязательно. Coin может стать ведущей отраслевой платформой, поскольку позволяет пользователям участвовать множеством способов. Платформа предлагает возможности для потребления контента с мгновенной оплатой, автоматического масштабирования социальных видеосервисов, неподвластной цензуре журналистики в прямом эфире и D-Apps с поддержкой видео. LVP трансформирует процесс потоковой передачи видео в реальном времени и находится на пути к тому, чтобы стать лидером отрасли. LVP использует двухуровневый механизм консенсуса. Токен выпущен и выполняет транзакции в блокчейне эфиром, защищен механизмом консенсуса Proof of Work, тогда как платформа поверх него использует еще модифицированную версию механизма консенсуса делегирования доказательства доли владения для стейкинга и распределения задач по транскодированию. В механизме DPoS майнинга нет вообще. Вместо этого подтверждение новых блоков в блокчейне происходит за счет количества поставленных монет. Это то, что отличает LVP от механизмов консенсуса, используемых биткоином. В то время как механизм доказательства работы Proof of Work биткоина требует большого количества электроэнергии и вычислительной мощности, система DPoS более экологически безопасны и легко масштабируемы. Мало того, LVP выигрывает от возможности обширной вселенной D-App, уже созданной блокчейном эфиром, что еще больше повышает удобство использования сети. Если вас интересует рынок криптовалюты, тогда подпишитесь на телеграм-канал Ройс Диксона. Там публикуются посты, в каких мероприятиях он участвует и не только. А также на его канале вы увидите новости криптомира. Ссылка находится в описании. Переходите, подпишитесь.